Здравствуйте, друзья! С вами снова компания DeepGary Minkul из Солнечного Мерсина и я, Лейсан Гаязова. Сегодня в нашем видеообзоре квартира планировки 2 плюс 1. Она находится на последнем 15 этаже, с просто непередаваемым видом на море. Очень красиво. И причем вид фронтальный, не боковой, а именно фронтальный. Комплекс сам очень хороший. Тут практически есть все необходимое и недалеко от моря. Место очень удачное. Остановки близко, магазины близко, все рядом, все хорошо. Давайте просмотрим ее, полюбуемся, оставим о ней свое впечатление. С вами зашли в квартиру, и здесь уже сразу у нас овевает вот этого таура. Тут очень светло, много воздуха. И вот я здесь стою, уже вижу море. Мне не хочется говорить про саму квартиру, мне хочется говорить про то, что ждет нас на балконе. Но все-таки придется вернуться к нашей хорошей квартире. Здесь у нас уже встроенные шкафы. Все функционально. Есть отделение, чтобы повесить верхнюю одежду для обуви. Все здесь предусмотрено. Также здесь у нас есть проводка по центральное отопление. Пока она не работает, сразу скажу, но проводка уже сделана. Здесь же у нас есть видеодомофон, как вы видите. Рубильники есть. Теперь давайте мы плавно передвинемся в зону кухни. Как вы видите, кухонную зону у нас выделяет остров. Здесь много шкафчиков, очень удобно. Также у нас есть емкости под посудомоечную машину. Здесь у нас должна стоять варочная поверхность, вытяжка, место под холодильник. Здесь же у нас духовой шкаф и микроволновка. Такое большое пространство у нас тут. Можно поставить любой комплект мягкой мебели, который вам понравится. Здесь приготовлено место для установки телевизора. Все проводки, как вы видите, уже подготовлены. Еще обратите внимание, что потолки здесь сделаны таким образом, что можно использовать три вида подсветки. Можно повесить люстру, естественно. Можно использовать споты, точечное освещение или ленту LED. Кроме того, хочу добавить, что очень важно, понимаем, что это высокий у нас 15-й, последний этаж, самый верхний. Здесь очень хорошо сделана изоляция. Сама крыша очень толстая, сделана изоляция. И еще сверху покрыта плиткой керамической, что у нас отражает солнечное излучение и не дает проникнуть лишней влаги. Поэтому вот я прошла специально, посмотрела все потолки, они все чистые, без подтеков. Мы с вами на балконе. Балкон просторный. Он прямоугольной формы, очень широкий, на ширину комнаты, я думаю, что длина, наверное, метров 5-то точно есть. И вид какой открывается, вы сами видите, сегодня у нас солнышко, море такого красивого, насыщенного цвета. Вообще, мне очень нравится. С этой точки у нас высокий 15 этаж, последний этаж. Хорошо видно территорию нашего участка, территорию комплекса. Есть большой бассейн, есть аквагорки, есть у нас детский бассейн, также детская площадка, фитнес-площадка, площадка для игры в баскетбол и мини-футбол. Также очень много зеленых насаждений, вообще сады очень красивые, есть беседки. Вот впереди вы видите бордовое здание с бордовой крышей. Там у нас расположены магазины. Напротив тоже магазин BIM. Есть у нас здесь кафе поблизости. Отсюда также видно очень хорошо вот эти вот участки мелкие. Это хобби-бахчисы называется по турецким меркам. Участки, садики для того, чтобы вы занимались любимым делом, хобби так называемые. Видно расстояние до моря.
Тут вот если с этой точки брать, порядка 350-400 метров, наверное, будет. А если вот от вот этой бордовой крыши, опять-таки, там остается метров 150, наверное, 200. Вот. Вход здесь у нас песчаный, пологий. Очень хорошее море у нас ласковое. А, в принципе, на этом, наверное, все. Вообще, этот район сам тихий, спокойный, очень уютный. А, поэтому приезжайте к нам. А мы пойдем дальше смотреть нашу квартиру. И вот мы с вами из зоны зала, который смотрит у нас на южную сторону, на море. Передвигаемся по коридору в сторону спальных комнат. По коридору первая дверь у нас — это санузел общий. Он большой, просторный. Здесь есть стационарное место под стиральную машинку. Большая душевая кабинка. Умывальник с зеркалом, естественно, туалет. На этом, в принципе, все. Я думаю, что этого достаточно. Передвигаясь дальше по коридору, мы попадаем с вами в первую спальную комнату. Давайте заглянем туда. Сейчас мы с вами в первой спальной комнате. Подразумевается, что эта спальная комната будет принадлежать ребенку. Детская спальная комната. Здесь у нас окна. Окно смотрит на северную сторону, сторона гор. Чудесные пейзажи открываются. Кроме того, в этой комнате у нас есть балкон. Балкон технического плана. Вот отсюда уже видно выходы кондиционеров. Здесь будут установлены наружные блоки. Также здесь можно высушить белье. В общем, очень такой практичный, хороший, он и достаточно большой. А балкон у нас имеется. Это родительская спальная комната. Здесь окна нашей комнаты выходят также на северную сторону. И лежа в кровати, можно любоваться чудесным видом на горы. Кроме того, в этой комнате у нас есть свой санузел. Он действительно большой, просторный санузел с хорошей душевой кабинкой. И умывальник нормальный. У нас бывает, что в родительских спальных комнатах очень маленький. Вот в данном случае нормальный умывальник у нас. Естественно, унитаз есть. В общем, все необходимое имеется. Посмотрите, еще у нас потолки очень интересно оформлены. Можно сделать подсветку. Будет очень приятно, мило. Еще хочу сказать насчет батарей. Здесь сделана проводка под отопление, под полом. Но батареи сами не установлены. Продолжаем нашу ботаническую тему. Я стараюсь с каждым видео какое-то что-то интересное найти, потому что людям интересно. Сегодня мы нашли вот такое вот маленькое еще деревце гранатовое. Вот тут маленький такой хорошенький гранатик. И в то же время здесь есть бутоны у гранатового дерева. Сначала цветут цветы, потом выходят листья свеженькие. А вот бутоны у нас практически уже созревают. И в последующем будет у нас тут все красиво, еще красивее. Что касается нашей квартиры, посмотрели мы ее с вами. Оставляет наилучшие впечатления.
несмотря на то, что это самый верхний этаж, учитывая то, что изоляция у нас сделана добротно, рекомендую эту квартиру. Хороший вариант, особенно для тех, кто хочет видеть море каждый день. Хочу напомнить вам, что цена у этого объекта очень демократичная. Ее цену вы можете увидеть под видео, там дается вся техническая информация. Я думаю, что эта квартира найдет отклик. Ждем ваших отзывов. Обращайтесь к нам по номеру WhatsApp, указанному в видео и под видео. Приезжайте к нам. Можно купить квартиру дистанционно, можно приехать. Естественно, лучше приехать, погреться на солнышке, посмотреть самим, полюбоваться и видами, и растениями, и всем вокруг. Тут очень много у нас исторических мест, очень богатый регион с этой точки зрения. Мы ждем вас. На этом я с вами прощаюсь. С вами была компания Дипгари Минкуль и я, Лейсан Гаязова.